В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ. Стояли вышки, была протянута колючая проволока. В ноябре исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены. Долгие годы она была олицетворением холодной войны, символом противостояния и вражды. Сегодня немцы не любят вспоминать то тяжелое время, когда их страна была разделена. Однако художник Едыгара Зиси считает, что историческая память – это долг современников перед будущими поколениями. К годовщине падения Берлинской стены он представил уникальную выставку. Она расположена около знаменитого КПП «Чекпоинт Чарли» на улице Фридрихштрассе. Речь идет о панораме 60 метров в ширину и 15 в высоту, на которой изображен Берлин в середине 80-х годов прошлого века – западный и восточный. Панорама Азизи представляет собой сугубо личный взгляд художника. Сам он долгие годы жил в районе Кройцберг, в непосредственной близости от Берлинской стены. Для нас стена была частью повседневной действительности. Это было нормально. Мы ходили в рестораны рядом со стеной, весело проводили время. У меня был друг, который жил возле стены. Я помню, как однажды я был у него в гостях, мы пили кофе. Я смотрел в окно на стену, а потом развернулся, и мы начали говорить об обычных вещах. Для нас стены как будто не существовало. Как отмечает Азизи, его главной целью было изобразить всю банальность повседневности и непреодолимость обстоятельств, которым были вынуждены приспосабливаться люди в разделенном городе во время холодной войны на протяжении без малого 30 лет.